Подобные страдания, мучения, которые претерпели отроки и Вавила, священномученик, невозможно переносить, опираясь лишь на иллюзию, на фантазию, на внушение или обман. Обман, наверное, в этом ряду лишнее слово. Еще раз пишем. Подобные страдания и мучения, перенесенные отроками и священномучеником Вавилой, невозможно претерпевать, опираясь лишь на некоторую иллюзию, фантазию, самовнушение, в то, что есть Бог, есть Господь. Мученики очень остро переживали, чувствовали присутствие, особое благодатное присутствие Христа среди них –